Популярность нового мобильного приложения системы 112 Московской области набирает обороты. Благодаря ему у жителей Подмосковья появились дополнительные возможности по вызову экстренных служб помощи. Также в нем есть дополнительные опции, которые помогут пользователям быть в курсе важной информации. Пользователи нового мобильного приложения теперь могут вызвать экстренную помощь нажатием одной кнопки. Жителям не нужно ждать ответа оператора. Специалист перезвонит сам в считанные секунды. Также там можно написать сообщение, указав нужную тему. ДТП, вызов врача или МЧС. Эта функция поможет людям с нарушением речи или слуха, или в ситуации, когда человек не может говорить. Любой пользователь может скачать на интернет-портале App Store и Google Play это приложение, набрав в поисковике 112 МО. Приложение доступно всем, бесплатное, очень удобное. Еще что интересно в этом приложении, человек регистрируется, пишет свои контактные данные, также он может внести телефоны ближайших родственников для связи, адрес проживания, медицинские какие-то показатели. А еще благодаря приложению каждый житель может сообщить об экстренных происшествиях в Московской области. Они отобразятся на интерактивной карте и будут видны другим пользователям. К примеру, это поможет водителям выбрать наиболее удобный маршрут. Кроме того, в 112 МО есть лента самых важных новостей от различных служб. Это может быть плановое отключение воды или штормовое предупреждение. Что еще и хорошо в этом мобильном приложении, человек может найти адрес близлежащего отделения полиции, отделения скорой помощи, больницы, травматологические пункты, ЕДДС, МФЦ. Причем не только адрес, там будет адрес, время работы, телефон, расстояние от вас до этого учреждения. Одна из самых важных функций приложения – определение геолокации пользователя. Оператору будет заведомо известно, откуда поступил сигнал о помощи. Это поможет в поиске потерявшихся в лесу, пропавших людей или угнанных автомобилей. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.